Ребята, всем привет! Сегодня у меня такое будет интересное видео, наверное, для многих поклонников МР-155. Дело в том, что моя МР-ка, про которую у меня много роликов различных, сравнительных, с охотой, обзорных и прочих, вот. В последнее время стало меня подводить очень часто. Я на стенде стрелял, вот 3-4 раза ездил, и не выбросы очень практически процентов 40 выстрелов происходили, не выбросы. Мне это все порядком надоело. Я думаю, уже продать. Мне тут ребята посоветовали, говорят, поменяй просто пружинку выбрасывателя. Вот, я взял, сравнил свою Ату Нео, посмотрел, какой там достаточно жесткий выбрасыватель, да, там он так работает очень жестко. Вот, заказал себе, не нашел почему-то в Туле пружину именно на 155-ю, заказал из Москвы себе на сайте на 153-ю. Оказалось, что она больше, чем нежели вот эта пружина родная, потому что затвор-то я не разбирал, я непосредственно перед заменой их сравнил, и она получилась чуть ли не в два раза больше. Вот, обрезал, сделал на два витка чуть-чуть подлиннее ее, чем непосредственно была вот родная пружина, и посмотрел, да, выбрасыватель стал ходить достаточно жестко. Поехал на стенд испытать. Вот. И что из этого вышло, смотрите в этом видео. Давайте приятного просмотра. Если честно, скажу, что я немножечко удивлен, поражен. И вот чудеса бывают. Давайте, ребят. Да, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Если будет интересно, расскажу, как этот процесс замены происходил. Он не хитрый, вот. Но пишите в комментариях, если что, тогда сниму отдельный на это ролик. Давайте, приятного просмотра. Ну вот у меня, короче, осталось три пачки последние. Запасы. У меня там пару ящиков было и все. А что дальше, хер знает. Здесь как это взять? Аж? Давай. Дай. Правее стволы. Вот так. Красиво. Дай. Хорошо вытянул. Да. Дай. Хорошо выбрасывай. Дай. Еще разочек. Дай. Дай. Сказка. Шикарный выброс. Сказка. Представляете? Ну вот это, понимаешь, вот эта пружина. Какая-то херня. Слабая. Да. А вот эта пружина была посильнее, допустим. Вот он идет назад. Это начинает, а это уходит. А он должен, блядь, как вот ее, блядь, как пол. Да, 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 да. Я говорю, я прям взял вот эту Ату свою и посмотрел, какой. А там один только выбрасыватель, там извлекателя он нет. Жесткий. Да, и он прям жесткий, блин. Но я не нашел почему-то в магазинах наших пружинку именно на вот эту модель. Заказал в Москве, блядь, с магазина на 153-ю. Написано, что подходит. Вот такая пружинка. А я не разбирал затвор, короче, да? Свой разобрал. Вот такая пружинка, блядь. А пришла вот такая. Вот такая херня. Я ее отрезал, короче, на два витка больше поставил, думаю, блядь, чем жестче, тем лучше. С. С это. Увидишь. Увижу. Дай. России. Еще одна пошла. Теперь мишень Д, вон, видишь? Вижу. Черной стороной на небе. Точно так же, как с С стреляешь. Дай. Еще раз пошла. Скажи все-таки, привычка вот эта, посмотреть, откинули вообще. Да, да, да. Да потому что она, блядь, через раз работает. Но это, кстати, после первой пачки обычно было. Так, давайте. Боковые. Ты имеешь в виду пачку отстрелял, а потом. А потом начинает, да, да, да. Мишень G.
Вот скажи, ты здесь будешь стрелять? А я как она летит? Я не помню, она вот здесь будет лететь. Стрелять будешь вот там, да. Вот туда, вот тут вот где-то будешь стрелять. Вот, все, ноги зафиксировал, сюда завел, проси. Дай. 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 Нежданчик. Да, подарочек. Еще есть. Давайте аж. Тут это. Дуплет. Мы с тобой F стреляли, и G стреляли. А, F и G это разные? F такая вот была. Лупа. А, я понял. Ну давай А стреляй, слева направо теперь. Чуть пошустрее лети. Выше стволы. Дай. Выше стволы. Вот так, в России. Дай. Много вперед улетел. Дай. Вот. Есть. Ну, зарядил пять? Да. Теперь смотри, по твоей команде вылетает А, бах, стреляешь. После выстрела вылетает G, ага. Бах, стреляешь. После выстрела вылетает С. Ага. После выстрела вылетает Д. Один патрон у тебя в запасе. Давай, А. Выше стволы. Дай. G. С. А. А. Перетянулся, пожалуй, отвалил. Чуть-чуть, да. Ну дай ружье отдохнуть чуть-чуть. Теперь HD вылетит одновременно. Дай. Попал, как-то попал, чуть-чуть, попал. Блин. Хорошо летит. Ну, так. Еще раз G. G, да. Заезжай второй патрон, последний, как говорится. В этой пачке. Да. G, C одновременно. Дай. Куда? Да, отпишу. Сейчас пачечку принесу. Так, еще разочек. Какой мы сравнили? GC. GC, давай. Дай. Ну, вот видишь, когда спокойно придешь. Ну да. И не торопишься. Давай внизу мишень Е, видишь, он машинка. Да. Летит внизу. Ненавижу ее. Ну а что делать? Все очень просто стреляется. Вот мишень летит. Твоя мушка должна быть вот здесь. Под ней. Не в ней. Это выстрел выше. Бах, а вот сюда стрелять просто по носику. Дай. Вот, прицепись и пошли. Вот ты сейчас как-то дернул какой-то вниз, а все равно стрелять, ну, выше и сзади. Ага. Под мишенью иди, под мишенью. 5 сантиметров под мишенью мушка твоя. Дай. Под мишенью. Здесь как тебе ветер помотает. Да, она нагоняет ее сюда. А так она туда должна падать, да, получается? Да. Дай. Ну вот, а значит ненавижу. Она не так летела в прошлый раз, она прям вниз падала. Да, ненавижу. А какая теперь разница? Ну, да.
Давайте тут еще пару этих зарядов и хватит, наверное, надо пойдем на другой. Так. Ну что хочешь? То есть как, давайте А стреляем. Давай. А, H, А давайте. Или H так? Плюс да, А. Да. Давай. Дай. А плюс G. Дай. Спокойно. Еще разочек. Давай. Дай. Ага. Кончились патроны. Ну, 4. Давайте еще раз этот дуплет, то раз сделаем. Спокойней стреляй, выше стволы держи. Дай. Да, А не дошел. Ну да. Одну А. Дай. Еще раз. Дай. Все, говорю, достаточно. Мишель А, с левой стороны машинка стоит. Высоко? Нормально. Выше? Дай. Дай. Мишель Б, внизу, летит, сюда прилетает. Дай. На Б поставь стволы. Прости. Дай. А. Ах, нежданчик тебе. Да. Еще раз. Да. Дай. Вверх? Да, свечек на уровне глаз. Дай. Мишень Д, хватит тебе попадать. Мишень Д с правой стороны. Дай. Блядь, снизу от. Да. Еще раз Д. Дай. Мишень F, лупер, быстрый, агрессивно с ним работает. Дай. Еще раз F. Дай. Третья пачка. Не, ну а я говорю, что ни разу не заклинил пока еще. Тьфу, блин. Мишень G параллельно земле идет. Уходящая она, да? Правее чуть-чуть. Дай.
Дай. Дай. Сколько у тебя там? Два? Два есть точно. G плюс H. Дай. Выше. Успокойней со второй, успокойней. Тут либо обрадуешься то, что первый попал, ну, начинаешь, да. Либо расстроишься, блядь, что первый не попал. Тут это одно из двух. Еще разочек. Дай. На ход ходишь? А? На ход ходишь? Хожу. Мажу часто. Понятно. Вот подходишь к камышам, первый взлетает утка. Это G. А сидеть, блядь, утка-то полетела. Ага. G, H практически одновременно. Дай. Ага, без прицела стреляй. Ты спокойней стреляй. Заряжай, там ты один остался. Три глазки побежали, да? Да. За вторую. Да. Не спеши вторую, поспокойнее. Дай. Ай-яй-яй-яй-яй, хотел добить ее. Еще разочек. Да. Дай. Да, бля. Я не перекидываюсь-то. Выше потом она мне идет. Конечно, стойди. Ну и в пень. Давайте что-нибудь другое. Сейчас это мы. Так, а у нас А. Давай H плюс А. Одновременно или как? Да, я сказал плюс. Плюс. Дай. С. Б. Угу. Одновременно. Дай. Нет мишени. Проси. Дай. Как попал. Плюс D. D? Там. D это вон там, боковая, справа налево. А G я уже забыл. А G параллельно земле. Дай. Пониже ствол. Проси. Дай. Чего А-то? Я не вижу, где D-то. А ты куда смотрел-то? Туда. Ну смотри еще внимательно. Вот покажи пальцем, в какую то. О, она у тебя под стволами прошла. Вот на ноге. Давай. G плюс D. Дай. Видишь мой взгляд. О, один выстрел. Еще разочек. Давай. Дай. Сзади выстрел. Остановил, потому что ждем. За раз такая. Два. Ну давай добьем. G плюс D. Да. Дай. Е-е-е-е.
Классно. Спасибо большое. Три пачки, ни одного заклина. Круто. Да. Ты угадал с этой, ты не угадал. Да, вы мне сказали на самом деле. Мне тоже, блядь, приходит 20-12. Блядь, кто вам затворки делает?